3 декабря прошла моя первая персональная выставка в Грузии в доме музея писателя Ахундова, где президент и основатель Ассоциации художников Пиросмани вручил мне диплом первой степени и принял меня в ассоциацию. На выставке присутствовали известные художники, эксперты и деятели искусств. Экспертами было отобрано 10 моих картин для участия в международной выставке-аукционе в Финляндии. Данную выставку освещали репортеры телевидения и медиа. Сюжет был показан 4 декабря в 11 утра в блоке новостей.